нож! 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 Ап, убить! Нож Мишани! Что? 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 Как? Как? Я ливаю. Прямо сейчас вам покажу инвентарь одного топового трейдера, который сделал себе весь этот инвентарь буквально за одну неделю. Вы просто будете в шоке. Приятного вам просмотра. Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе. И прямо сегодня я покажу моего модератора и моего друга Мишаню, который смог за одну неделю сделать себе обалденный инвентарь. Но мы ему поможем сделать его инвентарь еще круче. Ну что же, поехали. Короче, мужики, если хотите получить 1000 голды совершенно бесплатно, тебе надо, первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, написать любой хороший комментарий плюс твой ID. И третье, самое важное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток. Как обычно, залетаем на G-стендов и крутим барабан бонусов. Также по моему промокоду вы получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Пополняешь просто баланс и получаешь подарки. Первые 3 скина вы получаете бесплатно при пополнении в 300 рублей. Также, ребята, есть очень крутые конкурсы на ножи, на голду и так далее в группе ВК. Все нужные ссылочки есть в описании. Также при пополнении вводи мой промокод и получай 35% пополнения обратно. Ну что же, ребятки, полетели! Первое, что я вижу, это кнопочку «Получить медаль». То есть Мишаня мне сказал, говорит: «Кентуха, делай все, что хочешь». Поэтому, братуха, если ты не против, я прямо сейчас получу медаль. Кстати, ребята, хочу обратить внимание на то, что Мишаня не играет в стендов, он трейдер. Он трейдит целыми днями, и он себе натрейдил довольно-таки неплохой инвентарь. Так, ну что же, нажимаем кнопочку «Получить медаль» и... Мы получили медаль. Ребята, просто посмотрите, как же это классно. Я себе тоже хочу медаль. Но если я не ошибаюсь, то в ближайшее время, ребята, я тоже апну 50 уровень, и я тоже получу медаль ветерана. Как же это будет круто, я, конечно же, это очень сильно жду. Так, ну что же, теперь переходим в его аккаунт. Что же тут есть? Первое, что вижу, КД 1.92. И я вам скажу так, Мишаня — это просто нереально жесткий нагибатор. Я уже видел, как Мишаня играет в командном бою. То есть в ММ он играет очень редко, потому что нету времени, он трейдит. Но я видел, как он играет в командном бою, ребят, это просто машина. У него КД 1.92. Так, какой же у него был ранг в первом сезоне? Как думаете? А получается, в первом сезоне Мишаня тоже не прошел калибровку, потому что звания нету. Мишань, ну как так-то? Мишаня состоит в клане Киборги. Мишань, кстати, ну да. Кстати, Мишань, приглашу тебя в клан Маслята. Ну, типа, ты же мой модератор, типа, ты же мой друг, типа, ты мой трейдер, поэтому в клан Маслята го. Теперь смотрим историю матчей. Что же я тут вижу? Просто, ребят, проверим, как же играет Мишаня. Так, 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 у Мишани никакой трейдер Мишаня. Он отыграл на втором месте. Он играл вместе с мастерами и вместе с рейнджерами. И он отыграл на второе место, это очень хорошо. Теперь игра номер два. Посмотрим, как же тут отыграл Мишаня. Тут Мишаня тоже отыграл на второе место, но тут он играл вообще с элитами. То есть, ребят, Мишаня, помимо того, что хороший трейдер, он еще и хороший игрок. Просто есть одна небольшая проблема: у Мишани нету времени. Общая статистика 3.64. Блин, Мишань, ну это капец какой солидный КД. Ну я прямо снимаю шляпу перед тобой, мое почтение. Я знаю то, что вы хотите посмотреть, какой же у него инвентарь. Ребятки, сейчас все будет. Давайте мы вначале посмотрим его сообщение. Что же ему пишут? Дай голды, пыжи, привет. Ну, ребят, я думаю, тут и так всем все понятно, кто является трейдером. Так, ну что же, смотрим дальше. Пишут: привет, Миша. Дальше, что пишет парень? Привет, привет, привет. Какой-то проказник он пишет. Пишет: а как ты вступил в клан Киборги? Ничего себе ему интересно. Так, что же еще пишут? Го один на один на нож или зассал. Даже не зассал, а зиссал. Ничего себе, это какая-то смесь украинского и белорусского, наверное. Следующее сообщение. Дай 5000 голды, дам 10 тысяч. Ну это вообще, ребят, развод на полного лоха. Ну а теперь вперед в инвентарь. Посмотрим, что же тут есть. Я тут вижу 10 кейсов. Эти 10 кейсов купил лично я Мишане, потому что он дал мне аккаунт, а я же не могу просто так ему вернуть аккаунт. Надо ему сделать какой-то подгон, поэтому я купил 10 кейсов. Так, ну что же, а теперь давайте смотреть его инвентарь. Первое, что я вижу, это медаль ветерана. Да, ребят, какая же она красивая. Блин, просто балдежная медалька. Я бы, блин, с радостью ее хотел бы. Очень крутая. Дальше, я вижу, что у Мишани есть купленный голд пасс. И есть даже скины с этого голд пасса. Ничего себе. Слушай, ну скины у него неплохие. Так, дальше вижу дробашник романсер АВМ Спорт. Кстати, я заметил, у всех трейдеров есть АВМ Спорт. Знаете почему? Да потому что трейдеры считают, что АВМ Спорт 1 это самый крутой скин за свои деньги. И я с ними согласен. Посмотрите на эти наклейки. Ничего себе. Вот это да. Если не ошибаюсь, то вот эта самая первая наклейка снизу, она довольно-таки дорогая.
Так, ребят, что же есть снизу? Дальше есть керамбит, клоун и донатерский нож. Ну, кстати, тоже неплохой. Мне нравится. И, ребята, все это за одну неделю. За одну неделю весь этот инвентарь. Ну, помимо донатерских скинов. Блин, ребят, посмотрите. И, по всей видимости, Миша зарабатывает голду на Desert Eagle-предаторах. То есть, он просто покупает Desert Eagle с наклейками и перепродает дороже. И, скорее всего, именно на этом он сделал себе целое состояние и целый инвентарь. Посмотрите, сколько у него предаторов диглов. Я в шоке, я отвечаю. Скорее всего, Мишаня прям на них и трейдит. А давайте посмотрим, сколько они стоят. Стоит 46, можно продать за 54, но если у тебя наклейка, можно продать как минимум в несколько раз дороже. Ну что же, давайте смотреть дальше. Что же еще интересненькое я найду? Ну, ребят, он явно зарабатывает голду на Desert Eagle предаторах, потому что посмотрите, сколько их, посмотрите, я в шоке. Так, ну дальше у нас идут донатерские скины, но, кстати, они будут стоить довольно-таки дорого. А вот теперь начинается контент, это наклейки. Вот теперь я узнаю того Мишаню, того самого трейдера. Ребят, посмотрите, какие же они крутые наклейки. Вот эта наклейка 1200 голды стоит, опупеть, как же это дорого. Ребята, у меня нету слов. Посмотрите, сколько у него наклеек. Вот я вам скажу так, как узнать трейдера от не трейдера, как их отличить? Да если это трейдер, у него должно быть куча наклеек, и Мишаня тот самый трейдер. Потому что, ребята, у него прям очень много наклеек. Я в шоке. А вот эти сколько стоит, мне вот интересненько, 34 голды. Блин, наклеек, конечно, у него зашибись. Дальше, ребята, посмотрите, сколько у него бонусов. Давайте, пока Мишаня не видит. Он мне сказал, можешь делать с аккаунтом все, что хочешь. Давайте 1000 опыта прямо сейчас применим. Опа! Опа, плюс 1000 опыта! Ну, Мишань, ты меня не обессудь, ну типа, ну ты сам сказал, делай все, что хочешь, поэтому я и сделал, Так, ну что же, ребята, а вот теперь будем делать контент. Будем открывать кейсы и будем прокачивать трейдера, а пупить. Так что, ребята, если хотите, чтобы я прокачал именно вас, прямо сейчас ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ну что же, полетели! Открываем первый rival кейс. Вот я думаю, Мишаня был бы рад отверточки. Если бы она ему выпала, он бы просто кричал бы от радости. Ну что же, полетели! А, кстати, касаемо аватарки Мишани, вот вы сейчас все скажете, Кента ПК, что это за школьник? На самом деле, Мишани 22 года, просто у него стоит аватарка его брата, я с ним общался в Дискорде, я с ним хорошо дружу, это реально его брат, это не Мишаня, вы там ничего не думаете. Так, ну что же, открываю еще один rival кейсик. Абракадабра, G-команда, G-команда Reaper, ну давайте еще G-команда Luxury, богатая жизнь, выпадай. Так, ну че, ребята, сейчас-то будет веселуха, опа-па, P350 ралли, ну блин, как обычно. Так, ребята, давайте открывать кейсики как можно скорее, поехали, прям сходу, моментально открывай, просто была, не была, что ж, нож, 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 опупить, нож Мишани, Мишани, я тебя люблю, просто обалдеть. Почему нахрен я открыл 200 rival кейсов, мне ни единого ножа не выпало? Зашел к Мишане и сразу же выбил G-команда Floral. Ну это нормально, я тоже хочу этот нож. Опупеть, ребята, я думаю, Мишаня был в шоке. Открываем дальше. Ну что ж, ребята, хэштег, комментарий, изи нож. И возможно выпадет... Ох, блин, я-то думал, сейчас второй нож выпадет. Я уже испугался, мне уже плохо стало. Ребят, зовите скорую, как же жарко, как же душно тут. Так, ну что, фейбл кейсики полетели. Сейчас еще, если легаси выпадет, я буду просто орать. Если выпадет легаси, ну, USP писец. Ребят, уже не важно, что выпадет. Есть G-команда Floral. Вы просто посмотрите на вот это. Я не верю своим глазам. Просто я вот думал, я сделал прокачку. Ну, скорее всего, выпадут одни рарки. И Мишань такой, блин, что за дерьмо. А тут, ребята, выпал G-команда Floral. Я просто ору. Блин, Мишань, ну, говорится, за тебя. Ты мой любимый модератор. Ты мой любимый подписчик. Все время мне помогает. Мишаня все время делает мне нарезки на второй канал. Поэтому, ребята, я считаю, это вполне справедливо, то, что ему выпал такой крутой нож. Блин, Мишань, я реально за тебя рад по-дружески. Не, ну, конечно, где-то в глубине души я завидую, почему это мне не выпало, тебе выпал. Но в общей сложности я за тебя очень рад, и Мишань, ну ты прям красавчик, лучший. Полетели. Так, ребятки, сейчас что-то будет, сейчас что-то выпадет, и что же нам выпадает-то? Так, понимаю. 5-7 Tactical, понимаю. Так, давайте еще один фейбл кейсик, ребят. Ну что же, и у нас остается последний rival кейс. Я просто буду орать как девочка, если прямо сейчас нам выпадет еще один же команда. Так, ну что, вы готовы? Делаю буст, раз, делаю два, делаю три, делаю четыре. Ну что же, хэштег Мишаня топ. Поехали! Ох, ребята, ох, ребята, ох, сколько ножей-то пролетело. Сколько-то на... О, что? 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 Как?
Как? Я ливаю. Это нереально. Это невозможно. Что это такое? Остановите мир, я сойду. Мать моя женщина. Опупеть. Короче, ребята, вы просто обязаны за это поставить лайк, подписаться на мой канал, если увидишь, что я прокачал именно вас. Прямо сейчас подписывайтесь на мой инстаграм и на мой дискорд канал, потому что именно в дискорде я выбираю людей для прокачки. Ну что же, с вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.